Так. Но пока что он интересный. Соответственно, мы смотрим. Куда? Мимо полоски просто получилось. Над текстом ты точно будешь фейспалмить. Но я не то, что придирчив в этом плане обычно. Так, ну что? Вам все видно? Вам все видно. Давайте начинать. Поехали. Так. Ой, блядь, простите, все испортил, черт, черт, такой ответственный момент. Киоск. Камон, пеленаю тебя, Тутанхамон. Ты свинья, ведь тебя режу тут на хамон. Грустный тромбон, тебя уебут топором. Помашу платком, ты отчалишь, будто топором. У тебя на шее айс, у меня снежный бакс. Я вижу вас и думаю, чтобы сделал первый класс. Твоя, блядь, называет меня спермобак. У твоей мамы стоит очередь, там верхний Ларс. Все гангстеры, целки, их фаны, инсе. Сука, про верхний Ларс, да, да. Про верхний Ларс. Ну ладно, я пожертвую эту строчку Оксимирону, в принципе. Хорошо. Меня спермобак, у твоей мамы стоит очередь, там верхний Ларс. Все гангстеры, целки, их фаны, инцелы. Я батя всей сцены, ведь яйца цистерны. Пляски в ТЦ, твоя мать децимерна. Ведь между ног хуй, хоть она и цисгендер. У тебя инцест в семье. Твои предки не шахтеры, но отец в земле. Все твои девы постарели, как пиле, пиле. Они в белом белье делают минет, минет. Пососи. Нихуя себе. Ну... Между ног хуй, хоть она и цисгендер. У тебя инцест в семье, твои предки не шахтеры, но отец в земле, все твои девы постоянно. Нет, мне. Блин, ладно, ладно. У тебя инцест в семье, твои предки не шахтеры, но отец в земле, все твои девы постарели, как пиле, пиле. Они в белом белье делают минет, минет. Пососи! Блин, а он давно вообще... В смысле, давно вот вы слышали, чтобы кто-то, кроме Оксимирона, в рэп-песнях упоминал слово «девы»? Мой хуй, эй, пососи, мой хуй, пососи, мой хуй, эй, мой красивый хуй, пососи, мой хуй, эй, пососи, мой хуй, пососи, мой хуй, эй, мой красивый хуй. Заберите Самаран, Прадо и Палман, не интересуют бренды, покажите ваших мам. Скажут, кого мы не пошли, у твоей матери Красное море, сунул в нее посох, у нее воды отошли. Флоу Моисея, сука, пьет мое семя, она дрочит на форуме и срет Колизея отношения. С эмоциональными качелями, но, сука, иди сюда, чужие мамы, светочей моих. Типу ее в загородном имении, моя вечеринка, дом с нормальными евреями. У твоей мамы... Дом с нормальными евреями. Бля, ладно, хорошо. Ебу ее в загородном имении. Моя вечеринка, дом с нормальными евреями. У твоей маманы белка и тяга. Ее покерфейс ждет уголовки на Леди Гага. Тяну ее за дряблую кожу, она вылитая белка летяга. Пососи мой хуй, эй. Так, третий будет куплет еще, да? Пососи мой хуй, пососи мой хуй, эй. Мой красивый хуй, пососи мой хуй, эй. Пососи мой хуй. Мой хуй, эй, мой красивый хуй. Нет, не буду. Сделаю бит, запишу текст, нахуй, я записал, нахуй, домой съебался, обработался. Ну, короче... Бля, на самом деле хитро сделано в плане того, что... Ну-ка, что еще тут? А, еще сниппет, да? А, ну это просто титры. Окей. На самом деле, знаете, хитро сделано в том плане, что... Ну вот, как бы если бы это не был как бы условный... Ну, мне лично кажется, что это типа трибьют какой-то первому классу, да? Типа и попытка вот что-то такое сделать в его духе. То было бы очень странно. Было бы очень странно, если бы вот не вот эта фишка с первым классом. Потому что если, ну, наверняка вы слышали песни первого класса. И в принципе я понимаю, как бы, что это такая отсылочка. Наверное, даже, может, я сейчас вот додумываю, просто хуй знает. Наверное, даже вот это вот минет мине, да, то есть первый класс, он русским языком владел, ну, B1. Ну ладно, ладно, типа лучше, чем B1, конечно, но иногда там неправильно какие-то слова произносил и так далее. Может быть, даже это отсылка, не знаю. Все, кто кринжевал с бэтбарсов, ну поймите, это
намеренно в стиле первого класса, ну поймите. Ну вот да, я об этом же подумал, в принципе. Поэтому я, может, не так сильно кринжевал прямо. Ну вот мы и послушали Оксимирона, друзья, что сказать. Я не знаю, мне просто такой рэп я не слушаю особо. Да. Ну странно, ладно, я что-то другого ждал, если честно. У них есть фит, боль называется. Блин, интересно, они песню назвали, конечно. Ну, кстати, автотюн был странный, вот реально. У него уже выходила песня, в которой он там пел, тоже с тюном, и было лучше гораздо. По-моему, вот как раз предыдущая песня, да. Вот это вот вообще странно, блядь. Через жопы какие-то с очком черным. Ну ладно, донейшн. Ну, короче, да, вот это самое хуёвое, что я слышал, наверное, от Оксимирона. Вот это именно часть. Вот это. Вот это же можно было даже не вставлять в песню, ничего бы особо не изменилось. Хук пиздата, я уже представляю, как всякие говнообзорщики игр или фильмов будут вставлять его, чтобы подчеркнуть момент. Кстати, отсылка к Моргенштерну, да, как будто да, но зачем? С другой стороны. Вот что хотел сказать. Вот эта хуйня с припевом, с таким вот, она, мне кажется, отчасти, она может быть с расчетом типа на ТикТок, знаете. Ну, как будто ТикТок прям, в ТикТоке может такое зайти, вот чисто из-за пососи мой хуй. Много ситуаций можно, знаете, обыграть таким образом. Ну вот я бы не сказал, что прям прикольный панч. Ну хз, хз, короче. На 1.26 отсылка на Моргенштерна. Вечеринка, то с нормальными время. Вот это? У твоей маманы белка и тяга, ее покерфейс ждет уголовки, налить. Не понял, не понял. Ну или просто концерт как сильный. Ну да, наверное. Ну вот я посмотрел, что, как, какой, какая отсылка на Моргенштерна еще-то. В Германии, да, снимали, значит. Ну и такой типа рэпчик немецкий, да, вот это вот все. Там было написано Моргенштерн. Где? Подожди. А, действительно, Моргенштерн. Реально, а я проебланил почему-то. Но мине звучит охуенно, топ-1 строчка. Знаете, у Муфасы была похожая там. Ты не Чилентано, ты Чиленосос. Ну, украл про верхний Ларс. Ну, ладно. Мы прощаем пока. В клипе, кстати, много известных немецких рэп-звезд. Но я вот не шарю просто за немецкий рэп. И я... Может, мне эта песня вот не особо нравится, потому что я не фанат просто вот этого немецкого звука агрессивного, вот этого гавкающего, да? Ну, много поклонников у такого есть, но я вот просто не в их числе. Так уж получилось, что всяких там Кул Саважи я не слушал никогда, и мне это особо как-то... Ну, сами понимаете. А вот Кул Саваж, Тирстар, Легенда ФБ. Ну, короче, я вообще хуй знает. Ну, про хамон, да все. Ладно, мне не знаю, что сказать. С одной стороны, хочется вот сказать, что про хамон хуйня. С другой стороны, фанаты... Если фанаты Оксимирона прям смотрят, то охуенно, пацаны, это не хуйня. А вот если не фанаты, то про хамон, ребят, хуйня какая-то. Что дальше, заказики? Ну, по идее, да, дальше заказики. Я думаю, смотреть это с разбором текста на Джиниусе мы, конечно, не будем. А, Нюберг еще в реакте же все объяснит. Нам же заказали реакт Нюберга.